А вот водители автобусов под пристальным вниманием дорожных полицейских. С 15 по 26 января сотрудники ГИБДД будут проводить профилактическую операцию «Автобус». Цель – повышение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств, профилактика аварийности при осуществлении пассажирских перевозок. Особое внимание полицейские уделят вопросу обеспечения безопасности населения, а именно будут проверять, не превышает ли число пассажиров количество предусмотренного предприятием-изготовителем транспортного средства.